Ну что, народ, здорово всем. А, что я хотел проверить. Мое предположение, что повышением уровня да, денежка больше приходит, смотрим. Все, понял, качаем, значит убрали. Побежим сюда. Я предлагаю сбегать. То есть мне надо на выход корсовать. И там лево-право, направо. Да бывает, просто лево-право путаю. Чо-ха-ха. Да, я направо, поэтому и не знал. Не надо смеяться. Как говорится, у меня чуть не вылечивается, нифига. Как говорится, бывает то, что с левой стороны у меня правая нога. Ладно, вот эту хрень тоже под надыбаю. Может пригодиться. Не будем проходить мимо. Еще одну жилку, конечно, нашел с большим удовольствием. Ям-ям. Так, погоди-ка. А тут, в принципе-то, матчмаркинг был вроде продуман. Есть 15-й, есть 17-й данжур. Ага, вот, на 17-м левеле, значит. Вот, его надо добавить. Всё. Вот, лучок был бы неплох мне этот. Вот матчмаркинг. Я, может быть, смогу еще себе организовать. Может хоть будет лук получше. Может это мне это и спасет. Вот 5 на 5, блин, боюсь, что... Нихт. Сколько надо их убить. Ну да. Двоих, я думаю, найду, но не больше. Так, во-первых, а тебе-то что надо? Юнлок Блэк. Ну, открыл. А, так я все открыл. Ух ты, ёпта. Какой лучше. Блин. Так. И куда мне делась эта папочка? Сейчас папочку найду. А вот моя волшебная папочка. И сейчас будем переводить, что здесь написано. Я пристрастился к переводчику. Так, при попадании по врагам с помощью комбо умений типа рывок, двойной выстрел, твердосунный рывок на класс эффект шрама. Шрам увеличивает урон, получаем врагами 4,5%, может умереться 5 раз. Ну, даже не знаю, что сказать по этому поводу. Ладно, давай дальше почитаем. Так, атака врагов со шрама снижает силу атаки. Острые когти, использование бездонного колчана, увеличивает шанс активации комбо умений типа рывок, двойной выстрел.
потом хит. Ну, вообще-то, урон от комбо. Я уже даже не знаю, что сказать. Вот этот мне больше всего нравится пока что. Здесь есть... О, но... Так. Так, где вообще посмотреть несостояние персонажа? Нет. Угу. Блэс Пас, это понятно, что не мое вообще. А, то есть проходя миссии, я могу еще заработать изумрудик. Очень мило. Случай туда надо. Ой, дайте мне лук выбить по заазе, дяденьки. Так, следующий там какой же? Ох ты же, ё-моё, тут уже полудракошка. Так, напарничек, ты где? Ты у нас 17-го. Ой, нам будет с тобой весело. Мы же с тобой виделись, кстати. Спасибо, конечно. Себе. Это что сейчас было вообще такое?
проблема. Так просто здесь это не сделано. Гадина, она еще его полем окружила. Это за специальность такая, вот понять не могу. Ну вот она орёт. Я не понял, что надо настолько далеко быть. Чувак, убегай, блин. И не мне старайся помочь. Блин, ну ты дятел. Да, он подальше отходить. Thank you.
дом, лишь потому что я уже как бы надо. Хрена себе тут бой был, я аж офигел. Я надеюсь, я что-то полезное получу с этого ада. Ура! Так, итак, у нас появился лучок. Фу, бля. Охренеть можно. Вот это мне понравилось. Вот почему я люблю эту игру. Так, в принципе, не из-за лука и штанов. Которые даже нельзя улучшить. 30 макс хп. О! Да, конечно, их возьму. Погоди, тут получается некоторые предметы у нас. А, которые мы сами делаем и можем улучшать. Которые мы получаем и улучшать не можем. Вот оно чё. Я понял. Так интересно. Ну а теперь с этим наборчиком юного пионера, я думаю, мы сможем еще поучаствовать. Но это попозже уже, сколько я тут гасился вообще. Я гасился 21 минуту сейчас. Но мне очень понравилось. Так, надо испробовать лук. Это раз. Во-вторых, сходить вот сюда. Это два. И в-третьих, я до сих пор не могу понять, стоит ли мне вот эту хрень изучать. Я не могу посмотреть, сколько у меня хп. Сколько вот у меня хп? Ну сколько у меня жизни, да? Что здесь мне жизнь подбавляет вот эта вот хренотень. К сожалению. А вот характер инфа. Так, характер инфа. Вот ХП максимальная. Вот у нас 3495, атака 964. Так. Так, сохраняем. Это я просто сейчас все заскриншотил, кому интересно. Так, в принципе, тут все хорошо видно. Сейчас скриншот открою. А, блин, ну ладно, попозже немножко открою. Так, ну, 3495.
3495. Если я изменю эту хренотень, несколько я брать не могу. Вот, к примеру, вот. Так, ну я не скажу, что у меня сильно все упало. Есть вообще для сбора. Они тоже называются «Дар доблести», «Знак волк», «Львиное сердце». Но тут если его прокачивать дальше... смотри, вот если, к примеру, прокачивать дальше... Нет, нет, не это. Мне нужно... Так, нет. Тоже нет. Что это за... Очень понятно хренотень для меня. Вот блессинг. Вот если этот блессинг дальше прокачивать, к примеру, мы будем по 100 хп получать. Но тратить будем довольно много. То есть 100 хп, помимо того, что у меня у самого хп растет. Ты посмотри здесь на каждую эту хренотень свое количество очков. Первый ты матрешка. Даже не знаю. Что, честно тебе скажу, не знаю. Но вот это вот понятно, как бы все. Это у нас увеличивает комбо, умение типа раш, даблшот, 12% пробивания защиты. Вот я пока не буду ничего тут трогать, но тут для каждого подтипа у нас есть отдельное. Здесь мы выбираем. То есть, тут, смотри, вот, к примеру, здесь у нас определенное количество очков. То есть для каждого подтипа определенное количество очков. И будут потом выигрывать то, где у нас есть блессинги. То есть у этого блессинга 2 очка, у этого вообще 0, у этого 4, к примеру. Этого мы еще не открыли. Так. То есть мы здесь еще будем прокачивать и прокачивать и прокачивать. Ладно, прокачиваем эту хренотень. Лучше пока с ней побегаю. В принципе, блин, да, тут довольно все любопытно. Здесь вот в этих играх в чем прикол? Уровень. Мягко сказать, далеко не это предел. Нет, так.
После долгих лет поисков мы наконец нашли деревню Новорошабики. Социологическое чудо, к сожалению, интервью с шабиками кажется невозможным, потому что они пьяны почти каждый день. А, понятно, что я здесь носил им еду. Это я их похмелял. Или отпаивал вообще. Угу. Так, похмелин. Блин, алкоголики мелкие. Я их, оказывается, бегал. Я думал, они от голода бедные помирают. Помнишь, когда я сюда прибегал? А тут, так они, кажется, пьяные в дюпель, блин, и встать аж не могут. Ну, зашибись. Вот я бы хрен догадался. Я бы так посмотрел, думал, о, больные надо подлечить, бедненькие. Бедненькие пьянчушки, блин, фу ты, ё. Может, не тех? Я просто что-то глюканул. Ну что, похмелил вам в задницу, блин. Господи. Валерьянки напились, да? Привет, дружище. Подко зовут. Я главный шабик и в этих краях. Ты пришел задать кучу вопросов, как тот парень из университета. Если так, я должен принести мне угощение, как цветы кактуса. Ох, или мясо скорпиона. Всем охренели. Я похмели их сначала, потом еще... ладно. Да, вы бы видели ваше лицо прямо сейчас. Я просто немного тяну на себя хвост, приятель. Ингредит для нашего напитка... Ни для кого не секрет, мы используем свежие хвосты скорпиона. Мы всегда охотимся на этих остроконечных красавцев, просто чтобы сварить вкусный эль. Иногда нам приходят друзья, которые не так уж и малы, чтобы помочь. В конце концов, тяжелая работа охотится на гигантских скорпионов в одиночку. Черт возьми, однажды у нас был принц, который приходил, помогал нам много дней. Бедный, много дней запоя, блин. Был каким-то модным парнем из города. Так, это мне не интересно. Что-то мне еще хуже задание. Дать. Ладно, пойду тебе скорпионов прибью. Ну, с этими баранами надо побазарить. Мне кажется, я не на того скорпиона нарвался, на которого надо было бы. Мне этим примом уже все достали. Yeah!
Там в любом случае достал. Начнем с того, что хотя бы я не планировал с ним вообще драться. Ну ладно. Нужны, блин, обычные скорпиончики. С боссом я уж вообще не рассчитывал здесь встречаться. Ох, ёлы-палы, а ты прикинь бы, как я без лука с ним хреначился. Твою налево! О, это была бы жопа полная. Так, ну я не знаю, то вроде всех уже поубивал. Good things are on the horizon. I can feel it. Мы изучаем племя Шабики, которое здесь живет. Ну, я, слушай, выполнил это задание или нет? Я вот что-то вообще вдуплить не могу. Твоего бедного скорпиона непонятно зачем пинал. Да, когда прыгать научился гораздо проще. Так, их испортил. Родриго всегда делал вид, что впечатлен. Ну, что ты хочешь тогда? Имена? А легко. Это всего лишь название наших напитков. Конечно, наши пьяные имена — это только для питья и драться. И незнакомцы. Мы не собираемся говорить никому посторонним наши настоящие имена, не так ли? Это личное дело, друг. Боже милости, если вы ходите к нам и говорите свои настоящие имена, это звучит ужасно. А, вот у меня только начался этот квест, но это очень странно было, ну ладно. Угу. Как он называется? Скорпион там. Каких надо ему скорпионов полить? Вот этот вопрос хороший. Я это вижу, но... Я не очень горю желанием с другим дядькой связываться. Народ, это только начало игры. Я вам серьезно говорю. Чтобы вы не питали иллюзии, что я тут почти всю игру прошу. Не. Это тут игра очень довольно-таки большая. Довольно интересная. Я уже когда-то говорил, что... В самом начале, когда я делал первую... А, не помню. А, да, я потом делал. В этой игре можно довольно-таки нехило покайфовать. Ты перед кем там клешнями машешь вообще?
Не, ну они помечаются, значит, не надо еще их до сих пор убивать. А, все, ура. Пошли этих алкоголикам дадим этих васты, прям. Мелкие пьющие зверюшки, я не знаю. Жалко их. Тут страшно смотреть, что алкоголь делает, блин, со взрослыми людьми. Тут, блин, он. Кошаки или кто они там? Welcome, так, все, выполнил, да? Ура! Так, ну ладно, народ, на этом моменте я серию закончу, в принципе. Потом поиграем, попробуем еще раз зартачиться на аренку. Давай-ка посмотрим, что там еще. На что я там слюнки пускал? Да, если не считать того, что она придет, я там слюни пускал туда. Так, матчмаркинг, и у нас тут вот 17-я. Оп. Лук, камень. Вроде вот это вот. Или вот это. Так, да, Анжел. Значит, у нас идет 17-й. Это, блин, последний. Остальные по 5 человек. А, нет, вот 20. А, блядь. Я даже не знаю, как это. Ну вот 17-й мне дает хороший лук. Потом идет у нас. Тут уже по 5 человек. Я не знаю, честно говоря, получится ли что-то вообще. Очень я в этом как-то, мягко сказать, не уверен. Как бы это ни было гвоздем в могилу этой игры. Но чую, будет. Хотя может и не будет. Не знаю, народ. Ладно, всем удачи, всем пока. Не уверен, что я ее одолею, но можно попробовать.